С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBid. Наша компания помогает продавцам продавать ваши товары на международных маркетплейсах. Но что это значит? Как помогает? Что получаете вы, сотрудничая с нами? В этом ролике я расскажу о 10 главных услугах WesternBid. Этот список постоянно растет и углубляется, поэтому надо заметить, что речь идет о услугах в 2020 году. Это будет такой короткий, суммарный ролик, а подробнее я дам информацию или ролики о каждой услуге внизу в описании к этому видео, а также ссылку на наш сайт westernbid.com, где можно получить дополнительную информацию. Услуга номер один. Это прием оплат через PayPal. Помогаем принимать платежи в странах, где в настоящее время невозможно принимать напрямую оплаты PayPal. В Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других. А также даем выгодные тарифы для продавцов из России. Все крупные торговые сети, площадки, включая eBay, Etsy, а также маленькие магазины, фирменные бутики, принимают, как правило, только два типа оплаты. Первый – это кредитные карточки и PayPal. Для продавцов таких стран, как Беларусь, Узбекистан, Украина и другие, закрыты практически все зарубежные площадки для продаж самых разных товаров. Работая с нами, вы получите возможность принимать оплаты PayPal по самой возможной низкой ставке – 1,9% плюс 30 центов. А наша комиссия всего составляет 4%. Обратите внимание, что в эту услугу входит очень много преимуществ. Никаких абонентских плат, минимальных комиссий или скрытых платежей. Нашими клиентами могут быть как физические, так и юридические лица. Получение денег без конвертации в долларах США и евро. Большое число способов вывода средств. Об этом, кстати, будет отдельное видео. Ну и последнее, если вы ничего не продали, то вы нам ничего и не платите. Это, наверное, самое главное. Итак, услуга номер два – доставка посылок до двери покупателя. Наши клиенты, которые принимают платежи через PayPal WesternBid, могут воспользоваться услугами UPS и DHL для отправки своих товаров из Украины, Беларуси, России и по всему миру. Вы получаете субсидированные низкие цены только для клиентов WesternBid. Доставка сейчас работает более чем в 100 стран мира. Вы можете воспользоваться тремя типами доставки. Первое – это экспресс. Скоростная адресная доставка от ваших дверей до дверей покупателя в другой стране. Второе – это доставка директ. Наиболее выгодный вариант для тех, кто продает от 8 товаров каждый день. Третье – это доставка плюс. Консолидационная доставка через наш склад в Майами, в США – это самая выгодная доставка для отправки индивидуальных посылок. Рассчитать стоимость и сравнить разные типы доставок, кстати, включая Укрпошту, можно прямо из своего личного кабинета в калькуляторе пересылки. Внимание! У нас есть важные новости для Украины. Мы воплотили в жизнь одно из пожеланий наших клиентов. Открываем офисы в более 20 городах Украины. Например, Одессе, Харькове, Днепре, Ровно, Сумах, Николаеве и во многих-многих других городах. Пожалуйста, следите за новостями на нашем сайте, потому что количество городов постоянно растет. Там будут указаны адреса, часы работы, контакты новых офисов. Я обязательно дам ссылочку на сайт внизу. Итак, в чем же функции этих региональных офисов? Какие услуги они будут оказывать? Ну, во-первых, это прием посылок для последующей бесплатной отправки в Киев. Причем всех. И консолидации, и экспрессов. Единственное ограничение есть по весу. Можно отправить максимум 4 килограмма. Второе – это новая услуга «Моя первая посылка». Можно просто прийти в наш региональный центр и проконсультироваться тем людям, которые ни разу не отправляли. Мы бесплатно поможем с упаковкой, распечаткой этикетки и оформлением документов для экспорта. Это замечательная услуга. И, конечно, я дам дополнительно ссылочку внизу, где можно забронировать время для этой консультации. А кроме того, наш консолидационный центр в Киеве расширяется. Там мы вас ждем с посылками для консолидации экспресса до 10 килограмм. Кстати, в Киеве также можно распечатать этикетку для ваших посылок бесплатно. Следующая услуга номер три – это страхование ваших посылок. WesternBid предлагает своим клиентам застраховать посылки от утери за 1% от общей стоимости посылки.
Если ваша посылка была застрахована, то в случае ее утери вы получаете полную стоимость вложения плюс стоимость пересылки плюс нашу комиссию. Итак, четвертая услуга – это поддержка продаж. Ну, во-первых, WesternBid ведет ваши жалобы и диспуты в PayPal. А во-вторых, мы также принимаем возвраты ваших покупателей на склад в США и в Европе. И то, и другое совершенно бесплатно для клиентов WesternBid. Операторы службы поддержки живут в Германии и в США, поэтому они достаточно хорошо знают менталитет ваших покупателей и, конечно, смогут подсказать, как лучше поступить в спорных ситуациях и вопросах. Возвраты принимаются на адрес офисов США и Германии, а потом оттуда мы можем отправить посылку вам обратно или перенаправить ее другому покупателю за, конечно, не сильно дорогую местную стоимость доставки. Бесплатное хранение в течение 3 месяцев и переупаковка посылок. А также наши сотрудники открывают и фотографируют посылки. Это, кстати, большая помощь против мошенников. Итак, услуга номер 5 – это звонок в eBay с переводчиком. WesternBid предоставляет своим клиентам бесплатного переводчика для звонков в службу поддержки eBay на английском языке. Наши переводчики бесплатно помогают решить следующие проблемы. Во-первых, верификация продавца. Во-вторых, разблокировка аккаунта. Третье, снятие негативного отзыва. Четвертое, повышение лимитов продаж. И последнее, споры, диспуты и жалобы с eBay. Ценнейшая услуга. Шестое, это бесплатный маркетплейс лавки, который создан специально для клиентов WesternBid. Это совершенно бесплатный marketplace, там нет ни комиссии за выставление, ни комиссии с продаж. На этом сайте нет большого трафика новых покупателей. Он создан для продавца, у которого уже есть покупатель, и он хочет просто сэкономить на комиссии маркетплейсов. Если у вас есть постоянные покупатели, своя база данных, вы можете пригласить их в ваш магазин на лавке. А также с помощью лавок вы можете продавать ваши товары в социальных сетях и просто давая им прямую ссылку для оплаты в PayPal. Ну а потом можно отправлять товар покупателям при помощи доставки WesternBid. Тоже очень удобно. Итак, следующая услуга номер 7, еще одна бесплатная, это гемологическая и культурологическая экспертиза. С WesternBid вы можете бесплатно получить разрешение на вывоз из Украины камней, металлов, картин и скульптур. Для этого вам необходимо дополнить комплект документов фотографией товара и листом формата А4 с указанием, во-первых, наименования товара, во-вторых, наименование металла, третье – название камней, последнее – вес в граммах камня, ну, или металла. Восьмое. Итак, это онлайн-школа для продавцов. Александр Радич, директор украинского офиса WesternBid, имеет более 10 лет опыта работы в электронной коммерции, а с 2015-го активно проводит тренинги для начинающих. В 2017 году он собрал первую команду образовательного проекта и запустил Академию продаж. Они провели уже более 150 онлайн и офлайн мероприятий по продажам на Etsy, Shopify и eBay. Вы можете начать учиться от одного дня и продолжать до 8 недель. Это люди, которые действительно болеют за каждого продавца, своего ученика, и всегда остаются на связи. Так что ссылочка на регистрацию в эту школу также внизу в описании к этому ролику. 9-я услуга относительно новая – это первый лот. WesternBid предоставляет своим клиентам бесплатного эксперта для выставления первого листинга на eBay и Etsy. Сервис включает в себя проверку настроек аккаунта продавца. Второе – заполнение полей карточки товара. Третье – корректировка описания товара. Четвертое – установка способов и сроков пересылки. Пятое – указание условий продаж и указание условий оплаты через WesternBid. Очень полезная услуга для новичков. Итак, последняя, 10-я услуга – это, собственно, наш канал. Он совершенно бесплатный ресурс для всех продавцов, наших настоящих и будущих клиентов.
Это обучающие, мотивирующие, технические, информационные, нескучные ролики, которые созданы для того, чтобы помочь вам, поддержать вас и научить каким-то главным, основным моментам, связанным с интернациональной онлайн-торговлей. Это общение с вашими покупателями и работа на маркетплейсах, и разбор товаров и ниш, дополнительные ресурсы исследования рынка и многое другое. Вообще-то обычно такая информация продается за деньги в обучающих курсах, а в роликах блогеры так, знаете, делают завлекалочки. Мы же даем эту информацию бесплатно, потому что наш доход напрямую зависит от ваших продаж, и нам выгодно, чтобы вы продавали больше и лучше. Чтобы получать уведомления о новых роликах у нас на канале, можно подписаться вот там внизу. Ну что, подписались? Большое вам спасибо! С вами была Маша Каганович, маркетолог WesternBit. Всем пока!